Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force. Так, ну что, сегодня серия, значит, мы будем кого-нибудь открывать. Потому что я обычно делаю серии при открытии каких-либо персонажей. Так что, а у нас есть, ребята, кого открыть. Красный Страж и Елена Белова. Ну что, вербуем Елену Белову. Кто она такая у нас? Герои, мир, навык, бластеры, военные. Давай, приобретем ее. Белова. Две звезды у нее всего лишь. Удар вдовы и затишье. Но я тебе говорю, это как черная вдова, по ходу дела. Тот же самый, ребят. Класс, видимо. Так, а это у нас герои, мир, навык, протекторы, военные. То есть это у нас страж получается, да? Русский такой, скажем, капитан... Капитан Россия. Слушай, вербовка, нифига себе, 20 тысяч. Что так дофига-то? Такая улыбка у него. Не, да, не это, как сказать, не дружеская. Так, железный занавес и советский. Ну я тебе говорю, советский удар. Все, это чисто, ребят, какой-то русский страж. Аналог капитану Америки, только русский, скажем так. Ну что, друзья мои, потихонечку я прокачиваю наших персонажей. Так, хотелось бы кого-нибудь, конечно, еще бы. Вот мне нужен, ребята, гоблин прокачанный. Потому что я не могу, ребята, начать одно событие, потому что там нужен... А, нет, там не гоблин, там нужен вот этот вот. Ему нужна, ребята, еще одна звезда. Найти. Может быть, попробовать поискать осколки на него. Есть у нас энергия. Через 6 часов 59 минут нам нужно всего лишь там 14 осколков, друзья, найти. Но это немало, на самом деле. Это дофига. Так что в ближайшее время, я думаю, звезды ему не видать. Как своих собственных ушей. Так, найти. А вот здесь можно, кстати, попробовать найти. Есть. Есть контакт. Ну что, родной, ты получаешь у меня улучшенную шмотку, так скажем, да? Мистерио. Давай дальше создавать, одевать. Все, одели называется. Так, псайлку не хватает, ребята, уровня. Кстати, может быть, ее сейчас поднимем. И так, 40 уровень. 48, да, получится она. И да, ребята, ей теперь можно сделать улучшение. Она мне тоже нужна для определенного события. Поэтому, ребят, я тоже ее, так сказать, прокачиваю. Так сказать, я ее прокачиваю. Что еще у нас тут есть нужного? Так, ты, железный кулак, не хочет прокачиваться? Карнейдж недавно, ребята, получила у меня звезду. То есть он улучшился у меня. Так, Алую Ведьму тут тоже качал. Так, это у нас Американ Чевис. О, хорош. Хеллу тоже, ребят, нужно качать. Да всех тут нужно качать. Чего ж тут, ребят, греха таить? Всех нужно качать. Тут нет ненужных персонажей, понимаешь? Все нужны, блин. Все. По возможности вот этих первых уровней, ребят, я прокачиваю, ну, как сказать, поднимаем левел ап. Так, что у нас тут? Понятно. А что, никакого? Вроде показали, как будто какое-то должно было быть улучшение, а ничего нету. Так, заберем с тобой здесь награды за этап. Ничего хорошего опять не дали мне. Так, налет. Налет, наверное, ребята, фигня полная. А в рейдах смотреть. Так, у нас закончился, да, этап получается. Угу. Закончился. И теперь в магазине мы с тобой приобретаем 9 осколков. Так, и здесь тоже получаем с тобой шмот. Так, теперь я хочу посмотреть в припасах. А, в припасах нам делать нечего. Тут 1400 нужно, а у меня всего 990. Так что ничего здесь ты не приобретешь. Шмот
только лишь, ребята, детали на улучшение шмота. Все. А в налете у нас что там? Ну, в принципе, ребята, я думаю, что здесь-то можно победить. Меня вот, знаешь, что удивляет? Что почему иногда противник намного тебя слабее по мощам, но выносит мою команду просто в лед? Мне вот это иногда непонятно. Ну что, давай приступим. Мне кажется, здесь надо, наверное, вдову. Ой, ведьму малую. Шваркнуть. Если успею. Иди ты, электро, знаешь куда, а? Ну, а начинается. Все, ослабление защиты, мы ее вырубили. Так, теперь Люк Кейджа надо валить, потому что 100%, ребята, будет провокацию всегда свою вешать. Давай. Ну что ты, ну. Все, началось. Началось. Еще и защиту от смерти, и уклонение у него. Все, ребят, вырубили мы его. Так, теперь давай-ка этого медика убирать в труху. Регенерация, хорошую форму сделал. В плане! Иди ты в лес, блин. Давай бомбанем. Прекрасно. Так, врач. Врач щита. Ну-ка. Но у него нет защиты от смерти. Почему она такая живучая-то, эй? Вылетела в трубу. Эти у нас типа не... А электро сама напросилась. Нечего было лезть. Пшел вон. Сказал, иди отсюда. Ну, слушай, нормально здесь. Здесь у нас все получилось. О! Прекрасно. Но награды мы, по-моему, с тобой еще не получили. Там нужно следующий этап. Там 13-й вроде бы надо. Хотя нет, получил. Получил, друзья мои. Ну что, двигаемся дальше тогда. О, 196, 182, 191. Ну... Даже не знаю. Ну, давай попробуем мы эту команду, наверное. Блин, мне не нравится здесь этот Грут. Грут, потом Люк Кейдж, когда он, ребята, пробафанный по полной программе. Ты его фиг пробьешь. Вот я вот сколько. Что Люк Кейдж, что Халк. Я задолбался с ним, ребята, бомбиться здесь. Серьезно тебе говорю. Наверное, тут надо все-таки уничтожать в первую очередь Грута. Почему Грута, ребята? Объясняю. Он делает регенерацию зверскую, блин, просто. Ну мы, нам не дадут его добить, да? Потому что Люк Кейдж сейчас возьмет провокацию, скорее всего. Нет. Кроссбоунс взял провокацию. Ну и Люк Кейдж туда же, ребят, залезет, поверь мне. Он сейчас тоже будет на провокации сидеть. Эй, эй, Грут. Блин, да. Я совсем забыл. Началось. Так. Теперь с Кроссбоунсом с этим нужно еще справиться. Он взял провокацию, да? Да. На-ка тебе. Все. А у этого что, запрет? Достигнут предел отрицательных эффектов для этого персонажа. И что? И что, что? Да, иди тогда отсюда. Да ты заколебал возрождаться-то, эй! Он, по-моему, один раз всего лишь может возрождаться. С какого фига он второй раз вернулся, эй! Ну-ка, иди отсюда, сказал. Достанет просто. Каратель там стоит. На! Такой еще ногой его пришлепнул. Слушай, ну и Люк Кейдж остался один. Ребята, он здесь не жилец. Один он тут уже ничего не сделать не сможет. Даже его защита от смерти ему тут не поможет. Расколбашу я его здесь. 100%. Ты посмотри какой, а? Смотри, какой живучий. Несмотря на то, что, ребят, на нем два кровотечения стоит. Все, уже ничего не стоит. Мы его просто ушатали. Красавчики вы мои, красавчики. Но опять же, ребята, я вам скажу, эта команда не особо мощная. У меня. Это просто самые сильные прокачанные персонажи. Я вот только так сейчас играю. Я не могу, там, например, взять кого-то другого и пойти драться.
Так, что у нас тут? 198, 195, 196. Вот это вот команда, ребята, они друг друга. Это же, как называется-то? Команда Звездного Лорда. Я еще удивлен, что его здесь нету. Вот этих вот, я думаю, можно, наверное, попробовать вальнуть. Конечно, этот Росомаха под медиком. Он сам-то по себе регенерирует здоровье. Плюс этот медик. И плюс еще Люк Кейдж. Ну, тоже такое себе, знаешь. Так. Я понимаю, что Люк Кейдж сейчас в данный момент трогать, ну, бесполезно. То есть мы его как бы... Вот, медика мы, по крайней мере, убрали. А вот теперь можно будет, наверное, каратели попытаться. Ну, естественно, куча кровотечения навешивает нам. Спайдермен тут. Паучок выпендривается. Давай, наверное, тоже кровотечение на них повесим. Ударим. Так, он, по идее, должен отдуплиться, ребят, на следующий хоп. Если бы, конечно, даже мои бы не бомбанули, все равно бы он отдуплился бы. Вот, защиту от смерти повесил. Все как полагается, ребят. Фига ты там. Так, слушай, не надо мне только вот этого парня, пожалуйста, мучить. Бомбанем, наверное, сейчас. Отлично. Ну и остался тут Люк Кейдж. Защиты от смерти нету? Нету. Значит, до свидания. Все. Слушай, ну здесь хорошо. Но с каждой победой, ребята, нам врага все сильнее, сильнее, сильнее дают. То есть рано или поздно мы дойдем до предела, где меня просто порвут. Вот уже, смотри, 216, 208. 208. Блин, кроссбонс. И звездность. У меня здесь Минерва, ребята, она имеет всего лишь 3 звезды. То есть, она самая слабая. Но это самый лучший медик, который у меня есть. Плюс у нее есть возможность воскресить одного из персонажей. Ну что тут, кроссбоунса, наверное, надо бить. Все равно же понимает, что он будет провокацию брать. Так что если мы сейчас быстрее его вольнем, они останутся без танка. А у нас заблокировали... Да, нам заблокировали способности. Ладно. Мелкие вы говнюки. Че, Дэдпул? А че, ни у кого контратаки, что ли, нету? На! Раздавили. Так, паучок. Ну, паучок, как всегда, он со своим уклонением, он достанет. По нему попадешь, называется. Тогда буду каратели сейчас валить, по возможности. На Танос наезжает, а? Посмотри. Давай. Ну, бомбани еще-то разок. Бомбим. Все. Остался у нас только лишь паучок. Все. Мы его растоптали, друзья, паучка этого. Слушай, ну нормально идем. Я бы даже сказал, очень неплохо идем. Так, заберем, наверное, наши награды сейчас. Сколько мы там с тобой уже? Хотелось бы, конечно, больше. Но мы можем попробовать вот этот этап пройти. Ох ты. Смотри-ка, а что они здесь АИМ-то взяли? Зачем им здесь вот в этой команде? Непонятно. Опять же, фига он имеет все звезды, ребят. Попробуем. А им, они сейчас будут друг друга тут хилять. Нет, у них хила здесь нет, по-моему. На АИМе здесь есть бомбардиры. Нет, есть все-таки хил. Ладно, начнем с кроссбоунса. Оу! Крит! Ребята, крит вылетел. Так, я, наверное, пока ничего не буду здесь делать. Надо кросса, кросса, ой, кросса. Надо этого, Люк Кейджа, как можно быстрее
Понавесил ему тут. Вот у меня здесь плохо то, что нет персонажей, у которых было бы много массовых атак. Слушай, а это провокаторы еще оказываются? А с какого перепуга этот взял на себя, блин? Давай-ка завязывай, блин. Он взял на себя эту провокацию. Нафиг, нафиг это нужно? Вот пускай кроссбоунс будет у нас там. Фига, они там в два смычка наяривают, прикинь. Ну! Сейчас этот теперь на себя провокацию взял. Ну ты посмотри, а. Ну-ка, бомбанем, наверное. Воу. Вот этим мне и нравится кроссбонс. Что у него есть вот эта вот жесткая, ребята, массовая атака, которая офигенно как бомбит. Ну, понятно, у него защита от смерти две штуки. То есть нам надо одну снять, потом вторую. А потом только мы его сможем пробить. Вот теперь можно его уничтожать. Все. Мы хотели пройти, мы прошли. Я надеюсь, награду мы заработаем сейчас. О, да. Заработали награду, друзья мои. Слушай, у нас там, по-моему, накопилось уже. Ну да. Накопилось на пару открытий персонажей. 218. Но вот с этими ребятами я 100% не справлюсь. Мне кажется, не варик. С этим Тором, блин. А это кто такая? Хм. Халк, 49 уровень, блин. Надо вот тоже, думаю, может быть, Халка вот взять. Блин, два провокатора. Трэш. Ну, давай попробуем вот эту команду. Я, правда, не уверен, что мы здесь можем выиграть. Тор Бесевы со своими двумя. У него две массовые атаки. Это первая, когда он бросает Мьёльнир свой, да? А вторая, это, естественно. Вот кого вот из них вот брать? Ну давай Тора попробуем. Ой, Тора, Халка. Ты посмотри, какой живучий гад. Зря я, наверное, так делал, да? Нет, все равно надо. Пауки эти еще две штуки, блин. Мало того, что замедление повесил, еще и этот, и способность лишил меня. Да, конечно, блин. Ты посмотри, он уже, ребята, отхилялся. У него что там? Контратак целую кучу себе нахапал, прикинь. Контратака, естественно. Две штуки у него, контратаки. Вот этот бесявый начинает. Что он там себе поставил? Быстро лечи. Все, ребят, я лишился медика. Минерву у меня убрали. Сейчас и кроссбонс, по-моему, сейчас вальнут. Угу. Недолго ему тут жить осталось. Че ведь, американ. Короче, все, ребят, тут распетрушили меня. А я до сих пор с этим не могу разобраться, прикинь? С Халком, блин. Зашибись. Псих вот этот вот мне бесит просто, ребят. 33 контратаки себе понавесил, блин. И как, вот как его пробивать? Да все, 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 все. Просто Халка не смог вырубить. Я не знаю, что у него там за снаряжение, блин. Но, как ты видишь, меня понизили в ранге. Говнюки несчастные. Ладно. Пойдем посмотрим, что мы тут можем с тобой приобрести. Так, 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 так. Ага. Ну, давай глянем. Киллмонжер и Спайдермен. И все. Это все, что мы с тобой заслужили на сегодня. Я думаю, кого бы мне тут, ребята... А, вот. Вот я ее прокачиваю. Мисти Найт.
непреклонной линии героев по найму, которые используют свою кибернетическую руку, чтобы сломить вражескую оборону. Не знаю, насколько это, конечно, будет хорошо и эффективно. Не хватает немножко нам, да, чтобы купить. Это для шмота, это так себе. Вообще, я хочу, ребят, проходить этапы. Точнее, не этапы, а испытания. Нет, это же не испытания. Налет, что ли? А, события. Вот, для событий мне нужны персонажи, ребят. Вот здесь, например, мне не хватает. Что там надо? 5 персонажей паучьего мира. С 5 звездами. Сколько? 5? Ну, тут трындец еще надо. То есть мне ее не получить. Здесь. Здесь нам нужно 5 персонажей зловещей четверки с 4 звездами. То есть мне нужно вот на мистерии 1 звезду, чтобы меня сюда допустили. Здесь тоже, блин, нужно 5 людей X или персонажи братства с 5 звездами или более. Раз. И все. Раз. Только здесь вот все звезды. Ну тут 4. Пузырь тут имеет всего лишь 4 звезды. И Псайлок 3. Вот их нужно, ребят, прокачивать. На громе я вообще молчу тут. Что там надо? 5 детей Асгарда с 3 звездами. То есть мне не хватает. Подожди, 5. Раз, 2, 3. 4. Да, мне либо Сив нужно прокачивать звезду, либо Сильвии. Потому что остальные персонажи у нас не открыты. Сколько тут нужно? 55 осколков. Только тогда она получит 3 звезду. Ну, как вариант, можно и на нее попробовать накопить. Здесь Джубили. Или 4 персонажа из X-Factor с 2 звездами. Джубили, вот она даже не открыта у меня. Вот, Шаттерстар только, и все, ребят. А там нужно сколько? 4 персонажа с 2 звездами. То есть, сам понимаешь, да, тоже мне сюда Адама Уорлока не открыть. Чтобы пойти за Джубили, нам нужен Пимтех с 2 звездами и выше. Сколько персонажей? Персонажи? Все, что ли? Да. Тоже, в общем, не судьба, ребята. Это Феникс. Требуется 5 злодеев-мистиков, сдерживателей с 4 звездами. То есть... Подожди, чего? Персонажи 55 уровня. С 4 звездами. То есть... Да и дрен-матрен. То есть нам не хватает... Раз, два... Раз, два, три, четыре. А почему не хватает-то? А, со снаряжением 8 или лучшего качества. Наверное, из-за этого. Тут черный гром требуется, которого у меня нету. Здесь требуется 5 со стражами. Вообще, ребят, беда у нас. Или опустошители с 5 звездами. Раз, два, три, четыре. Буквально одного персонажа не хватает. Вот ракета, если бы получил бы звезду. 5-я была бы, да? Тогда бы мы могли бы пойти туда. Тоже как вариант. Копить на енота. А он где-то у нас находится же, по-моему, да? Нет, найти его нельзя. Требуется 5 приспешников Крии с 5 звездами или более. Раз, два. С 5 звездами или более. У меня только 2. Эти тихо стоят в сторонке и курят. Требуется 4 агента щита с 5 звездами. Тут вообще не судьба. Только лишь 1, 2. Все.
на остальных звездочек нету. Тут требуется персонажи из силы X с двумя звездами и выше. То есть нам нужно открывать боеголовку, да? Только после этого мы сможем здесь принять участие. Как-то вот так, ребята. Всех кого-то чего-то куда-то надо, понимаешь? Здесь вообще невозможно пройти мне 54 уровня персонажа. Они меня просто тут расфигачивают в хлам, в мясо. Ну-ка, что здесь у нас? Ну, я не знаю. Давай попробуем. Фьюри вместе со своими союзниками отправился на Халлоу. Силовое поле Ричардса скрыло землю от мультивселенной. Эта война ослабила удары их оскверненных врагов. Время пришло. Дум заберет Нексус из рук недостойных и сделает так, чтобы вторжение не повторилось. Отправить войска. И я Вольгер, доктор. Нанесем удар по удару? Поняли, да? Их же название против них. Мир почти в наших руках. Будь добра, прояви уважение. Понятно, короче, ребят. Такой командой. Такой командой я ничего не сделаю. Вот почему я не могу пройти. Команда слабаков, потому что. Там, а сколько там? 33 тысячи мощей, да, у них? Они меня сейчас порвут с полтыка, ребят. Я просто пикнуть не успею. Причем там этих персонажей будет дофигища. Одиночный отряд «Удар» напал на оскверненную крепость в Транзии. Что с мышкой-то опять? Нужно избавиться от них. Отключите связь, тогда оскверненные закончат начатое. Дум все сказал. Дум все сказал, блин. Пору. Сокола уже порвали. Посмотри, как меня тут разносят. Как сосунка, ребят. И плюс 10 противников. То есть это не все, что ты видишь здесь. Ай, даже говорить ничего не буду, ребят. То есть представь, насколько нужно мне всего и всех прокачать, чтобы я мог хотя бы здесь, ребят, противостоять. Хотя бы, чтобы я смог дальше пройти по сюжету. Нет, какое тут? Какое тут? Даже не заикайтесь. Вот, в принципе, ребята, из-за этого я и топчусь на месте. Я никуда не могу ничего сделать. Я вот только фиг знает уже сколько времени коплю себе на персонажей в надежде. В надежде, ребята, что... А почему мне здесь миссия... А, породите команду, компанию злодеев 7-1. Угу. Конечно. Нужна мне псайлок. Мне ее нужно найти, ребята. Нету. Не дают. Но я уже говорил, для чего я ее ищу. Чтобы прокачать звезду. Чтобы нас уже с тобой куда-то там могли пропустить. А пока вот так на месте буду топтаться еще неизвестно, ребят, сколько времени. Ну, наверное, очень много и долго. У нее 3 звезды, ребята. Ей бы звезду бы, блин, было бы вообще шикарно. Но она не ищется. Не ищется. У нее уже оранжевый смот. Она по шмоту самая крутая у меня. О, смотри-ка здесь. Накопил. Найти. Так, у меня энергии все равно... А, нет, есть. Да ладно, фиг с ним. Как они медленно ищутся, а? Медленно, ребята, вот эти вот. Но если я бы их нашел бы, мы бы прокачали бы и шмот. То
То есть она бы стала бы чуть-чуть получше и... И было бы круто. Вот Люк Кейдж и, блин, Халк. Это просто, ребят, какие-то, я не знаю. Это нереальные ребята. Замучитесь пробивать. Ну, Халк, по-моему, наверное, еще круче, чем Люк Кейдж, как по мне. Так, что тут? Прокачка способностей, что ли? Ну, да. Тренинг. Эх, тренинг, ребят, я по возможности... Я уже говорил. Так, и Сиф. Надо тоже, ребят, ей как-то, блин, звездность поднимать. Я сейчас занят тем, что прокачу вот этих вот одноуровневых персонажей на хотя бы там 20-й. Кстати, в следующей серии я думаю, что я, наверное, накоплю на серебряного самурая. Красный страж. Железный занавес. Что он там снимает? Один отрицательный эффект. Если персонаж более 50% здоровья, дает провокацию. С шансом 25% призывает на помощь союзную Елену Белову. Фига. То есть, ну да, в принципе, этот русский. Елена Белова тоже русская, да, получается? Вот они в паре-то и наяривают. Как бы так получается. Вот она, Еленушка. Ну и все. Пока, друзья мои. Больше мне здесь делать нечего. Так, шмотки. Улучшалочки для шмоток. Так, здесь у нас... Что там? Ай, обычная красная сфера. Все? Так, сейчас здесь еще заберем с тобой награды. Так. Так. В основном все на шмот, ребята, идет. Ну, вот эти вот только дают нам персонажей. Ну, там уже, по-моему, 2000, если не ошибаюсь. А пока просто откроем шмотки. Нет, не шмотки, ребята, а осколки. Ну... Тоже неплохо. А вот шмотки. И постоянно вот эту вот требуху дают, блин. Одно и то же, ребят. Вот, одно и то же. Ничего такого супер-пупер редкого не выпадет тебе. Эх, Агата Харкнесс. Судьба, ребята. Посмотреть, так, сколько у меня? Две. Пятьдесят, блин. Вот где вот их, ребята? Было бы хоть какое-нибудь событие, что ли, блин. Темное измерение. Три. И награда за 100%. Что тут у нас? 1320 случайных предметов. А звездочки-то где? Там же было написано вроде как звезды. Нет? Альтрон 310. Ты просто посмотри, сколько тут противников. Ёк-макарёк. Это чтоб только одну пройти. Там... Тут 1,27 миллионов мощей. Тут 1,14. Ты представляешь? С Альтроном.
117 тысяч мощей. Куда, блин? Куда тут суваться, ребята? Я не знаю, это не судьба. Это не судьба. Возможно, награды. Но тут вообще пипец. 74-й ранг. 74-й. То есть тут тоже 1,43 миллиона. 2,63. О, да. Темное измерение, ребята, это уже для... для супер-пупер. Требуется 15-й шмот 15-й категории, ты представляешь? Тут 16-й категории, 18-й категории, блин, что ж. 471 тысяча мощей, да куда вы ч... Ой, ёпарасоте, ядрён матрён, ты... ты можешь себе представить 20 лямов? Ты представляешь? И ведь есть люди, которые валят, на 100% проходят, ты прикинь? Просто представь таким вот схлестнуться в поединке. Да он тебя выпотрошит просто за секунду, блин. Ты просто а, скажешь так, а это кто? И ты уже валяешься. Да, это жесть. Это, друзья мои, просто жесть. Ну, по-другому не назвать. Это из мира фантастики. Лет 40 играть, и, может быть, тогда что-нибудь ты достигнешь. Фух, ну что, будем стремиться, стараться. Стремиться, стараться, блин. Смех на палке. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.